Приветствую вас, уважаемые зрители, гости и подписчики моего канала. Как вы уже поняли, сегодня я буду показывать вам форму Горка 3 с белорусского магазина Пехота Бай. Когда показывал распаковку посылки, были вопросы и просьба показать, как правильно одевать помочи или подтяжки в простонародье. А также еще покажу вам, как одевается шамак или арафатка. Ну, один способ его одевания. Хотя их около 8-10 способов есть. Ну, начнем с помочи. Ну, вот, друзья, помочи одеваете на плечи, через руки. Чтобы правильно была на спине распределена крестовина. Есть разные помочи. Есть в полоски вставлены. Есть сделано в кресте. Вот. Расправлено, правильно сделано. Вот. Значит, берем вот эту петлю. Вставляем в эту петлю. Потом перекручиваем. И на пуговицу. Оп. Потом эту петлю перекручиваем. Вставляем на помощь. И подняли. Вот. И расправили. Вот получается вот так вот. Повторю здесь. Берем петлю. Вставляем. Перекрутили. Застегнули на пуговицу. Вытянули. И сверху одеваем петлю. И тоже затянули. Ну, так вот одеваются помочи или подтяжки. Теперь покажу, как правильно одевать арафатку или шимак. Правильное название платка шимак. Ну, как бы его люди называют в простонародье арафатка. Так как лидер Палестины Ясиль Арафат очень любил носить такой платок. Ну, так вот скручиваем, одеваем на шею. Завязываем. Можно завязать на шее крестом и оставить здесь два конца. Но вообще более правильно завернуть его за спину. Завязать. Ну и заложить хвосты вот так. Ну, вот так самый простой способ одевания арафатки. Ну а теперь приступим к показу самой формы. Форма Горка 3. Демисезонная. Как вы видели, сделана с брезентной ткани, с накладками. И плюс демисезонной форме тем, что в ней есть флисовая подкладка. На этой форме очень удобно она снимается. Сделана на молнии. Шьет белорусская фирма ее. Фирма называется Grizzly Hunter. Форма очень удобная, ребята. Хороший крой. Много места. Даже можно зимой одеть какую-нибудь хорошую байку и форму эту, одеть зимний комплект термобелья. Я думаю, зимой в ней не замерзнешь, так как она не продувается. Пуговицы сделаны закрыты. То есть, когда ходите по лесу или ползете на животе, вы их не оторвете. В данном комплекте также еще 4 кармана на куртке и 6 карманов на штанах. 2,
3 с этой стороны и 3 с другой стороны. Ну, говорю, один из самых плюсов, что я взял демисезонный комплект. И в демисезонном комплекте флисовая подстежка. Пуговицы сделаны канатным методом, как в британской армии на форме. Очень хороший способ крепления пуговиц. Пуговицы спокойно двигаются, спокойно застегиваются. Такой хороший ворот, что вот можно арафатку намотать, она не будет мешать. И у вас и шея закрыта, и летом, и зимой, и ворот не мешает. Хороший, глубокий капюшон. Застегнулись, реально, лицо закрыто. Если дождь по козырьку вот так будет скатываться, регулируется липучкой. Вот такой вот комплект. Чем хорош еще этот костюм? Тем, что здесь вот есть такая подберцы, под носки можно спрятать. Закрывается резинкой, и ни клещ, ничего практически трудно будет ему проникнуть. А еще лучше всего, друзья, обработать костюм перед вашими походами в лес, на рыбалку, для активного отдыха. Хорошо обработать его составом от клеща. Состав от клеща, то есть приехали в лес, повесили куртку. Штаны можно на себе обработать, куртку хорошо обработать раствором от клеща, и будет просто отлично. Вот. Кепку можно снять, побрызгать. Вот я, в принципе, всегда это делаю в начале сезона. Комплект новый, я пока что его еще не делал, но я думаю, на следующем выезде уже и клещ полезет, придется его обработать. И тогда вам не будет страшно, потому что у меня был случай в жизни, что я принес на себе клеща, вовремя не заметил, потом пришлось его удалять. Вот, как видите, очень хороший, качественный комплект. Друзья, спасибо за просмотр, спасибо то, что комментируете, спасибо за лайки. Кто не подписался, подписывайтесь на мой канал. Как видите, на канале мы снимаем о хобби, о разных хобби. То есть кому-то может что-то не нравится, но там рыбалка или моделизм нравится, то это все будет на канале. До встречи, друзья. Всех благ вам и вашим близким.